Я вся в потоке, у меня столько идей, столько информации и столько всего, что мне кажется, за это время столько всего много произошло. Это просто невероятно. Но это здорово. Вчера была зеркальная дата 12.12. И это не все. Это будет целый портал, некий портал «Звездные врата», который будет длиться 10 дней. То есть 12.12 вчера открылся этот портал и закроется он. То есть он будет еще весь день длиться. 21.12 это будет день зимнего солнцестояния. То есть вот этот период очень-очень важный для каждой из нас. В этот период мы должны максимум отработать, отпустить все ненужное, оставаться максимум на позитивных вибрациях, более того, даже за уши себя немножко подтягивать на более высокие вибрации, хотя бы на какое-то время соединяться с этими высокими вибрациями, наивысшими, которыми мы можем вот сейчас дотянуться, достать, почувствовать. И вот это время мы должны по максимуму провести на благо себе, чтобы, как я повторюсь еще раз, отпустить, вот 12 вспоминаем, это же обиды, это вот эта жертвенность, все виноваты, еще что-то, минусы 12 энергии, вот это мы все сначала диагностируем, есть ли у нас что-то, что еще мне не нравится в этой жизни, что мне мешает, какие отношения, возможно, мне мешают, какой человек меня раздражает или тянет вниз. Проанализируйте и попытайтесь от этого избавиться, поставить точку, сказать «все, не хочу больше», или сказать «нет», или проявить свои личные границы, сказать «вот, вот доселе, не дальше». Вот это мы сначала, первый шаг, мы должны это сделать. И второй, когда мы избавимся, вот наполнится по максимуму вот этой энергия, которая сейчас идет извне, позитивной энергией, и опять ее направить на наши мечты, на наши желания в следующем году, чтобы у нас все получалось. То есть вот собрать эту энергию и как раз сейчас вот направить на переход в Новый год. И так как я знаю, что этот портал очень важный, я 16 декабря буду проводить вебинар «Мой счастливый Новый год» или «Что год грядущий мне готовит». То есть я проведу участников, помогу разобрать по матрице, разберем каждого участника 23-й год, я скажу, какие там энергии стоят, что они значат, какие, возможно, экзамены будут и как их пройти, чтобы пройти по плюсам, соответственно, получить все наилучшее из энергии вашего года. Потом мы пройдем тему желаний, я помогу вам, если у кого-то проблемы, как правильно составить то или иное желание, мы тоже это можем обговорить, и я вам помогу в оформлении желаний. Я проведу медитацию вот именно на избавление вот этого последнего негатива, и чтобы мы уже на позитивных, наивысших вибрациях перешли в Новый год. И я еще подарю подарки, личный денежный код каждому участнику. Я подарю аффирмацию на успешный 23-й год и мандалу-талисман на 23-й год. Если вы хотите подключиться, добро пожаловать.